господи. Вот. Сереж, ты что, с ума сошел? Фужеры, фужеры, давай. Ну, а сегодня-то что празднуем? Забыла? Сегодня мы празднуем 10 лет безумного, круглосуточного и регулярного счастья. Точно. Представляешь, забыл. Ты забыла, а кое-кто не забыл. Опа! Ой, это мне? Нет, это мне, я просто хотел похвастаться. Да тебе, тебе! Надевай! Ну, давай помогу. Ой. Так. Потрясающе. Ну? Ну, только как-то халат, тапки. Это еще не все. 2 билета в Милан, 10 дней жесткого шопинга. Сереж, а что я Наташке скажу? Мы же вроде с ней собирались. Так это для вас, Наташка? Сереж, ты чудо. И это еще не все. Это же... Это же... Мам... Сереж, а у меня прав нет? Садись. Садись давай. Права? Ой. Документы на дом. Акции. Зачем? Мои счета теперь твои счета. Сереж, ты меня пугаешь. И, наконец, главный сюрприз. Па-бам! Свидетельство о разводе. Сереж. Ты лучший. Ну-ну-ну-ну. Мы уже чужие люди. Сереж, ты фантастический мужчина. Ты как будто читаешь мои мысли. О, прочел еще одну. Понял, ухожу. Сереж, я не поняла, ты что, вот так вот уйдешь? Мне остаться? Нет, нет. Просто я подумала, ты такой добрый, щедрый, внимательный. Это что ж, такое счастье достанется другой женщине? Я же не усну от злости. Момент. Спи спокойно, дорогая.